Всем добрейшего времени суток, хорошие люди. Я собрал это чудо техники. Работать даже пока. Вот, как ни странно, как я люблю говорить. Так, пока под собрал, так скажем, на обкаточку уже с мордахой, со всеми выкрутасами, с нормальными стрелочными индикаторами, которые шикарно подходят под дизайн лицевой панели. Они всякие там какие-то непонятные. Вот, крышечка, конечно, меня это раздражает. Себе, если когда-нибудь через миллион лет или через 10 миллионов лет буду делать одну из коллекционных своих, естественно, крышку ставить не буду, она меня просто бесит. Вот, потому что я люблю на кассетку любоваться. А так все работает, даже перемоточки. Вот моя лентопротяжка ручной сборки, в принципе, пашет. Вот так же, как и все остальное. Вот, насколько долго, не знаю, но работает. Мне тут функция, кстати, нравится, офигенная. Оп. При переходе из режима стоп, вот, неважно, так скажем, что происходило с кассетой, вот, она включается в режим воспроизведения автоматически, счетчик ленты даже сбрасываться пытается там как-то. Сдолбал, блин, давай. Хотя я его смазывал миллиард раз. Типа работает и хрен с ним. Он все равно в попугаях, как говорится. Линейный счетчик лент называется. Работает. Не, красивая, конечно. Не, романтика, конечно, красивая штука. Она продвинутая, так скажем, из всей этой маяковской линейки, если можно так выразиться. Она мне больше всего нравится... даже намного больше, чем 204-я электроника. Хотя у той там свои приятные приколы. Полтава 210-я, вот хороший аппаратик. Надо когда-нибудь все-таки ими заняться. Но некогда. К сожалению, некогда. Так, вот самую нижнюю панель более-менее самая лучшая из того, что у меня есть, к сожалению. Подстерта чуть-чуть перемоточка. А так в целом-то очень даже ничего. Остальные вообще в печальном состоянии. Ну, как-то так. Проскальзывание сделал, чтобы она не сильно зверски стартовала на перемотку. Вот. В принципе, работает, что. Как будто бы. Что перемотка тихонькая. Здесь вот только головку. Вот единственное, конечно, головку вот как регулировать. Кто-то отверточка аккуратненько здесь подрасковыривал плавно. Ну-ка. Блин, она на паузе стояла. Елки-палки, что я торможу. Вот, кто-то это самое отверточкой лазил все-таки и немножечко бортик покоцал, как бы. Но я охотно понимаю любителей поиска высоких частот, если можно так выразиться. Потому что, например, делать отверстие, как, например, вот в такой панели, это, конечно, вообще жесть. Если аккуратненько его как бы подвыпилить, сначала лазили тоже типа того. Это ж не просто так появилось, эта штукенция. Тоже лазили-лазили, заколебались и просверлили отверстие. Вот. Правда, чуток вместе с печатной платой, но печатный проводничок вроде не поврежден, хрен его знает. Вот, как-то так. В общем, сейчас на обкатке посмотрим, что дальше будет, откуда дым пойдет и какого цвета. У нас это идет, и так видно хреново, но это со вспышкой. А так классный аппарат, короче, я вообще балдю. Это романтики, конечно. Штука симпотная. Ну, звук стандартный, что с него взять. Как говорится, ну, достойный. Намного лучше, чем многие импортные аппараты, кстати, когда воспроизводят.
По записи понятно, ну, как маяк, собственно. Вега, конечно, уделает его. Хотя Вега тоже далеко не идеал никакая, ни 120-я, ни 122-я. Вообще, нашинские аппараты для записи, вон для записи Marantz. Marantz, ну и еще всякие разные, которых у меня здесь пока не представлено. Вот эта Сонька, кстати, себя неплохо показала, как писалка. Но она на хорошей кассетке тоже любительница. Ей то, что Marantz пропишет, вот, Соньке даже и не снилось ни хрена. А стандартные, хорошие, свежие ленты, как я называю, там, 90-х годов, конца 80-х, вот, на Соньке нет проблем. Но Marantz зато пофигу. Он и на те, и на другие, и на пятые, и на десятые, и на любые, короче говоря. Вот его в чем уникальность-то. У него мощный генератор, очень большой запас по биасику. Вот. Это я тут на металле экспериментировал, писал. Ну, на металл биас, по-моему, здесь и не работает ни хрена. Но он, в принципе, не для металла. Это Marantz, если честно. У него совершенно другие задачи и цели по записи. Вот. Слушать на Marantz, конечно, мягко скажем, некомфортно. Вот, так что такие пироги. Ладно, в общем, это самое. Поставлю-ка я ее куда-нибудь повыше. И буду заниматься каким-нибудь общественно полезным делом, как всегда. Коллективный труд для моей пользы облагораживает, как говорил Кот Матроскин. Но в моем случае труд не коллективный, к сожалению. Ну ничего. Хорошо, когда все работает. Люблю, когда работает. Головка здесь очень хорошая попалась, 810-я. Без нареканий. Блин, надо тонвал потом шлифануть. Ну, это я ластиком пройдусь. Тут не... Он на ощупь вообще идеальный. Какой-то он только... Хотя можно, не знаю, ластиком пройдусь ли. Хотя, не знаю, нужно вообще проходить-то. Внешне только какой-то, а так-то он вообще без нареканий. Вот, ну вот эти потертости, к сожалению, да, но это, блин... Ничего с ними не сделаешь. Ну как? Я вообще какой, блин? Нажал. Я косметически вообще не люблю заморачиваться. Но иногда приходится. Народ, внешний вид подавай. Вот мне на внешний вид пофигу. Вот если бы у меня без лицевой панели работала, я бы спокойно вообще к этому относился. Но людям нужна красота. Красота вот. Есть в наличии. Как-то так.